Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел совещание, посвященное итогам первых 6 месяцев текущего года. Он подчеркнул, что авторитет страны на международной арене растет. Конечно, эти международные связи, политика, проводимая нами в регионе и в мире в целом, позволяют нам с большим успехом решать внутренние проблемы, потому что для того, чтобы правильно проводить внутреннюю политику, любой стране нужен позитивный международный фон, в первую очередь по соседству, а с другой стороны в мире. Итоги только 6 месяцев сегодня говорят о том, что нам удалось добиться этого. В своей речи глава государства также упомянул участие и председательство Азербайджана в различных международных организациях, включая Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, Тюркских государств, Европейский союз. Ильхам Алиев отметил и развитие связей с отдельными странами России, Грузии, Ираном, США и добавил, что первые полгода свидетельствуют об успешном развитии республики.